Летчик Талгат Бегельдинов выбил дверь и ворвался в комнату. За столом, заставленным бутылками с алкоголем, сидел эсэсовский офицер, а прямо перед ним лежал пистолет. Случилось это после Сандомирской операции, когда советские войска все быстрее гнали гитлеровцев на запад. В мгновение ока Бегельдинов оказался возле стола и схватил пистолет, а в усмерть пьяный офицер медленно поднял голову и в упор посмотрел на красноармейцев. Мурашки невольно пробежали у них по телу, глаза у него были абсолютно белые, бешеные, глаза маньяка и убийцы. Один из солдат поднял карабин и поднес штык прямо к самому лицу гитлеровца. И тут случилось невероятное. Офицер схватил стальной штык зубами и начал его грызть. Сталь скрежетала на его зубах, а из глотки неслось звериное рычание. Офицера потом сдали комендантскому патрулю, а назад красноармейцы шли в полной тишине, погруженные каждый в свои мысли.